3 апреля 1973 года был изобретен штриховой код, штрих-код, который положил начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров. Авторами изобретения являются Бернард Силвер и Норман Джозеф Вудленд. Сегодня штрих-код – своего рода ключ, дающий необходимую информацию о каждом товаре, как профессионалам, так и потребителям. Его нанесение на продукцию является обязательным условием для всех производителей. Полвека назад вести учет продукции пытались с помощью перфокарт. Но это было крайне неудобно, так как считывающее оборудование представляло собой машины гигантских размеров и стоило невероятно дорого. В отличие от современных, первые штрих-коды были круглыми, привычные нам толстые и тонкие линии были замкнуты в окружность. Это было сделано для того, чтобы уменьшить ошибки во время считывания, а этикетку к сканеру можно было подносить под любым углом. Впервые система нанесения и считывания кругообразного штрих-кода с использованием сканирующей лазерной установки была продемонстрирована весной 1971 года на одном из саммитов крупных деятелей торговли в США. В настоящее время чаще используется штрих-код ЭА-13, записанный с помощью полос разной толщины и с помощью 13 цифр. Этим кодом маркируется 80% продукции в мире. Кстати, первые две или три цифры в коде обозначают страну-изготовитель товара. Например, код России как производителя товара – 460 и 461. Всем спасибо за просмотр. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.